Сергей Меликов выписан из больницы, но все еще находится под наблюдением врачей. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана. Вернуться в Дагестан и продолжить работу Меликов планирует на следующей неделе. Он уточнил, что непроведенные в силу определенных обстоятельств в декабре мероприятия будут проведены уже в следующем месяце. Основным вопросом, на котором необходимо сосредоточиться, глава Дагестана назвал ситуацию с коронавирусом.